Сейчас покажу вам кадры, как на самом деле Богдан здесь работает. Прям он не упал. Богдан? Сука! Скажи привет! Это же сука! Не снимай! Да-да, вот так на самом деле Богдан работает у нас. Я тебя, блядь, не снимал. Вот такая у него здесь работа. А у нас смена сезона. Как предыдущий назывался сезон? Парад. Новый год меняется на Маска Парейд. На Маска Парад. Вот смотрите, как Лера отдыхает, сидит. Второй состав, ничего не делает. Ура! Везет же кому-то. Снимает на видео. Мы ушли. Ну все, хватит, говорите. Итак, ВК начальство ужинает. Рабы работают. Ладно, потом скинешь мне видео, я, может, вас смонтирую. А то так будет нехорошо. Я работаю, а ты стебешь. Моя очередь. Здесь плохо, колясик, вот здесь надо больше. Молодец. Надо оборот. Не, больше надо. Это делать себе трусы и суши. Друзья, был только что в китайской парикмахерской, меня подстригли. Стилист, парикмахер китайский, вообще такой лапочкой. Взял меня подстриг и заплел косу. Оставляй так, отлично, огонь. Глянь, какой ровный. У людей реально крыша рвет на контракте. Нехер делать. Итак, наконец-то нашел вход. Здесь меня на этой выставке записали даже VIP-клиенты, VIP-покупатели. Ну что, погнали? Это уже стало традицией в H&M покупать вот такие вот труселя. Причем реально я заметил, в какой бы стране я ни находился, я всегда в H&M покупаю как минимум одну упаковку таких труселей. Классные, качественные парни, рекомендую реально. Короче, ребя, я еще такого не видел. И я еще таким не пользовался. Мне доставили посылку. Так, тихо, я говорю. Мне доставили посылку. Не хочет молчать. А тут ящики такие, в общем, на улице металлические. Надо было прийти сюда, это через дорогу от дома. Я вообще не знал, куда идти. Мне показали, как сюда прийти. Я ввел пароль, и мне открылся ящичек,
котором моя посылка, представляете? Прикиньте! Надеюсь, это вообще мой товар. Стартуем! Ебать, колотит. Вот и все. Что там? Ты какой-то габарит, да, ощущай, Леха. Не забывай, что я у тебя на хвосте. Нормально, а поскольку вы скидываете? По 10 чё? По 10 диванов. Ну, рано я ушел. Кто-то закидывал бабок, конечно. Много кто-то закидывал. Ну что? Нормально. Да, я там 3 сотки, да? Так а что, вы только первое место сдали? Нет, можно больше выходить, заходить. То есть, ну, короче, умножается на 2. То есть ты не можешь ждать. Если допустим, я даже хочу там на 30, да, короче, то есть я не могу взять на 30. Только ну, если, не, меньше, если, не меньше. Если не, ставка, почему, короче... почему? Рейс делается от большого блайнда. То есть не меньше, чем большой блайнд делается рейс. Короче, это основная карта. 1300. 1300. 1350. 50. 60. 75. Ой. Воу-воу-воу. Флэш. Флэш. Да ладно. Опять заруба. Да. Да, блин. Победитель. Максим в кожаной кепке из дракона. Кожаный Максим просто называется. Кожаный Максим. Дама Бубей. Звенья хорошие, да? Да. Какая карта? 6 пик. Держим. 6 пик, правильно? Да, 6 пик. Открываем. Смотреть? Да. Ой. Ты блин. Как это? Вот. Делаем так. Раз. Два. Внимание. Какая карта? Туз треф. Нет, ошибся. Ах ты, блин. Ух ты. Надо попробовать. Фишку давно не делал. Ух. Кто не на работе? Приехали с пацанчиками отдохнуть. Я так вот расслабиться. Наконец-то. И тусовочного ништячка. У китайцев принято давать сигаретки. То есть, если ты угощаешь одного, ты угощаешь всех.